Давайте поаплодируем Ружане. Встречайте на этой сцене группа Ярополк. Поехали! Всем привет с юбилеем Руза! Вас приветствует группа Ярополк. И первая наша композиция посвящена величию российского вооружения и мощи нашей любимой страны. Наше оружие – любовь и человечность. Поехали! И самого льду у руля в этом огромном мире тут новый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить рукава медведя. Сильнее тот, каким есть правда, мы за справедливость дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже родины войска, которым нет равных ни по умению, ни по участию парада. В небе крылатые птицы под управлением нас, на прицеле пираты воздушного пространства. ВМФ России охраняет границы врагу, не позволяя проявлять своих амбиций. Наши глаза сжимается сердце в борьбе за свободу. Ты человек, руками прав, единство оружия нации. Следующая наша композиция посвящена людям, без которых нас бы не было. Потому что герои среди нас. Герои не рождаются, героями становятся. Частичка героя, без каждого из нас. С любовью внутри греет душу теплом. И если случается недобрый час, ты помнишь, что есть в твоем сердце добро. И за пустым календарем, сдерживая слезы на глазах, образы звезд и мотей шепотом молит, твердят, не умирай, держат, не умирай. Держать считаться подвигу, что совершали делы, и степки пальцы смерти вырвать на победу. Бесценные поступки, судьбы, города и страны. Жаль, что не все герои в лица попадают. Я готов для тебя, герой. Скажи мне, что ты сам способен. И для себя спасибо, Руза! С праздником вас! С юбилеем, с вашим днем! Группа Ярополк, ваши аплодисменты! Друзья, всем здравствуйте! С праздником вас! Вам понравилось? Да! Слова мы пишем сами, музыку сами. Алексей, Леша, преимущественно это исключительно их заслуга. От всего наших коллективов поздравляем вас в наше время помнить корни и помнить историю. И вообще понимать, что происходит сейчас, это очень сильно нужно и очень актуально, особенно для молодого поколения. Огромное спасибо моему другу, Погребному Александру, который, так сказать, продвигает патриотическое движение клуба «Ярополк» у вас в округе и довоенную подготовку. Мы у вас уже третий раз выступаем за год, но все еще впереди. Спасибо! Спасибо! Спасибо, до новых встреч, друзья! Группа «Ярополк», ваша аплодисменты. Спасибо!